Друзья, с вами Диодан. Сегодня у нас 12-я по счету серия «Похождение крестоносца на Святой Земле». Я так посмотрел, мне 11-я серия даже понравилась, потому что мы очень много чего захватили, успешные действия провели. И я записываю 12-ю спустя буквально вот парочку часов после 11-й. Поэтому на многие вопросы, которые мне наверняка зададите в 11-й серии, я вам, к сожалению, сейчас не могу ответить. Я решил так галопом по Европам пройтись. Ну что ж, что у нас, собственно-то, происходит? Я вот сейчас, главная моя цель, извиняюсь, этой серии, это захватить Кипр и захватить Иерусалим. И в итоге у нас будет вообще, ну, просто замечательная ситуация. А пока что моя цель — это помириться с турками. Я вот не знаю, получится это или нет, но судя по тому, что мы одержали две победы, то есть мы захватили город, и мы победили турок в честной борьбе. Да, перемирие — это очень щедрое предложение. Просто все замечательно, предлагаем торговое соглашение, ну все. Мир заключили, поэтому никаких таких больше проблем с турками. Надеюсь, больше у нас не будет. Я опять-таки забыл взять стакан воды. Уже скоро про меня мемы будут делать, про этот стакан воды. А здесь что я сделаю? Здесь я поставлю... Так, блин, что-то я не то сделал. Ошибся немного. Ну ладно, придется объединить его с крестоносцами, потому что, ну, вдруг они захотят напасть, пес его знает. Ну, так как денег у нас особых таких нету, я завершаю 78-й ход. Ой, что-то я зря спрайты выпил, я вот спрайт пил, теперь у меня как это... Скажем так, газы, в общем, идут в горло. Поэтому извиняюсь за такую фигню, но, в общем, давайте посмотрим. У меня просто хорошее настроение, потому что сейчас на улице я поел шашлык, поиграл в бадминтон... Что еще я сделал? Выпил чайку. Зеленый чай. Хотя зеленый чай я не особо-то и любитель. Но так как пить было нечего, пришлось выпить зеленый чай. Ну и спрайт, разумеется, был. Я спрайт только потом нашел. В детстве, я помню, да, любил спрайт. Хотя я его пил только вот когда попадали мы в Турцию куда-нибудь, там в отель или прочую эту фигню. И там ты просто этот спрайт глушил каждый день чуть ли не литрами. А когда ты возвращаешься уже на родину, там ты спрайт этот, разумеется, не пьешь. А теперь я сейчас как-то больше к Фанте перешел, да и то я пью ее только в Макдональдсе, а так вообще не покупаю. Дома я в основном пью соки. Это есть такой, блин, уже забыл, Николаевский соковый завод, вот, а в основном его соки в Калининграде, я помню, пил. Когда сок заканчивается, это бывает очень часто, и я такая ленивая жопа, что мне лень сходить в магазин, тогда я уже пью чаи. И иногда бывает, что этот чаевой период, он затягивается на месяц, и потом я чай уже просто пить вообще не могу. Даже смотреть на этот чай, чертов, я ненавижу чаи после вот таких периодов. И, кстати, у меня был где-то период, когда я сидел на бутербродах с сырами. Блин, я теперь даже на сыр смотреть не могу. И на пельмени тоже, кстати. Пельмени я уже терпеть не могу. Ну так, судя по всему, там нет особого смысла ставить-то и крепость, потому что имам Хорезм Шахов, он спокойно так прошел. Либо там у нас шпион сидит в этой, в Эдессе, либо еще что-нибудь такое. Опять эти принцессы тупые, никому не нужные. Возвращаем госпитальеров в Эдессу. Отправляем один отряд сюда. И что будем делать? Что будем делать? Ну, в Эдессе что попробуем? Давайте в Эдессе церкушку сначала построим для приличия. А в Алеппо? В Алеппо, ну, ничего я строить не буду, только вот переобучу копейщиков. И здесь у нас сколько бесплатных содержаний? Только два. У меня, кстати, рука дрожит немножко вот на мышке, потому что я все-таки бадминтон гонял. А в Антиохии у нас потихонечку строятся поля, в Адане. В Адане ничего мы строить не можем. Церковь может построить. Да нет, церковь я не буду. А вот в Тартозе... В Тартозе. Ну давайте-ка, не знаю, трактир. Хотя есть большой шанс, что вот этот товарищ сопьется. Вот видите, у него... я по глазам уже вижу, что он алкаш. А, в Акрине. Ну вот видите, у нас с деньгами большой напряг. Ну ждем, пока у нас падет Иерусалим, я даже не знаю чего. Надо бы вот нам нанять какой-нибудь отряд из корабликов и отправить лазутчика. Куда-нибудь туда. Давайте-ка мы лазучика наймем, а в следующем ходу мы уже возьмем корабль. И завершаем 79-й ход. Мы с вами вроде бы как великая держава, но у нас в казне 99 золотых, это очень фигово. Ну да, я уже говорил то, что вот в моде Stainless Steel я никогда не был богачом. Даже в своих сицилийских приключениях я вроде бы так и не тратился особо на войска и на прочие вещи.
Вот у меня больше, чем 115 тысяч, у меня никогда не выходило, и я бомжевал, короче. Да, но зато у меня было огромное влияние в Европе. Я что-то там 5 раз подряд Папу Римского убивал, это было весело на самом деле. Потом, кстати, потом игра, не знаю, что она сделала, но, в общем, Папу Римского стало убить вообще невозможно. Хотя у него, вот когда новый Папа Римский, в общем, появляется, у него резко повышается пити, это благочестие, но личная безопасность у него автоматически на ноль практически. И, в общем, шанс убить Папу Римского хорошим убийцам, разумеется, 90%. Ну и, разумеется, ты его убиваешь. И вот после 5-го раза шанс убить Папу Римского стал появляться 5%. Я не знаю, с чем это связано, но, видать, они наконец-таки додумали, что куда-то все эти товарищи убиваются, да? Куда-то они пропадают. Ну, в общем, такие дела. И вот пока я проболтал, у нас тут уже 79-й ход закончился. Я, кстати, думаю, если хорошо пойдет это все дело, я запишу и 13-ю серию. Вот опять-таки все зависит от этой чертовой камеры. Я вот только от нее завишу. И вот надо бы мне чуть-чуть подальше от Эдесса построить на востоке какую-нибудь сторожевую башню. Надо за этим делом следить на самом деле. Так, ну, блин, бесполезная гильдия, если честно. Хотя кого тут еще можно построить? Ну, я сколько не строил эти гильдии тупые. Лагуши, это что такое? О, ну, ребят, далеко вам идти придется. Провал задания, да, на-на-на-на-на, это нам ничего не дает. Так, где-то у нас построили стены, это Дамаски, да. А, ну поэтому там нам в Дамаске-то и предложили стены построить. Ну вот опять, извиняюсь, по деньгам у нас полное днище. Ну видите, у нас войско здесь очень много в Эдессе сидят. Поэтому я сюда отправляю полководца. Что-то мне нос сегодня чешется. Он строит здесь сторожевые башни. Ну и тут, в принципе-то, ну-ка только появятся вражеские войска, я их увижу сразу же. И что у нас здесь? Ну, у нас, видите, у нас очень много конницы. Давайте-ка, наверное, два отряда переведу в Антиохию все-таки. Антиохия пока что это вот наш центр. Так, там у нас турецкий полководец появился. Нежелательно. Гости, вот опять имам. Нет, ребят, мне как-то пофигу, но я с этими имамами чертовыми буду только убийцами бороться. Я, конечно, убил посла Хорезмшаха, но просто он идиотский. Я, наверное, не буду загружаться, когда вот буду промахиваться убийцами, ну, потому что это отнимает слишком много времени. Я думаю, вам смотреть на все это дело не особо-то и интересно. Но ничего больше строить не можем. Завершаем 80-й ход. Опять-таки у нас такой мирный период. Довольно-таки, то есть мы с турками не воюем. Ну, видите, мы еще слишком слабые. Казалось бы, 80-й ход. Ну как, мы, разумеется, не слабые, мы можем поднапрячься. Вот по финансам, по войскам мы, конечно же, отступаем там от ведущих государств. Но, тем не менее, вы вспомните, в первой серии у нас была всего одна Тортоза, один вот этот маленький замок, один там парочка генералов буквально. Мы еле-еле отбили Антиохию эту, потом воевали с турками, тут сколько раз, по-моему, 3 битвы под Аданой были. Отстояли эту Адану чертову, и потом все пошло-поехало. Я просто свои первые серии, да и вообще свои летсплеи, их никогда не пересматриваю. Вообще, я уж, по-моему, говорил, я начинаю придираться, и мне вообще тошно смотреть на них. Слишком я категоричен к себе. Но опять-таки повторюсь, я все серии пересматриваю во время рендеринга. Хотя вот я вот их пересматриваю только во время рендеринга, а после там бывает то, что вот такие черные куски появляются. Я не знаю, с чем это. Это из-за Sony Vegas, когда вот рендерится видео, там появляется вот эта вот фигня. Ну, просто иногда вот в такой спешке ты не успеваешь просто всю серию пересмотреть. Я ее, разумеется, ее прокликиваю. Но вот в какой-то в 10-й серии я поленился, не прокликал до конца, и поэтому там был такой большой кусок довольно-таки этого черного видео. У меня вообще левая рука тут так трясется, я думаю, она уже начинает свою жизнь. Помните, как в этих в семейке Адамсов, там рука, помню, была ходячая. Ну, что-то моя рука тут реально уже бунт начинает какой-то непонятный. Я надеюсь, что вам понравится то, что я как-то вот с появлением веб-камеры стал менее серьезным. Ну как, я, разумеется, тут я не кривляюсь, как не буду говорить как то. Не кривляюсь так особо. Но все-таки стал чуть повеселее, чуть более такой развязанный, да? Я думаю, это только лучше, потому что иногда
Иногда в Дамаске появляются капитулы ордена госпитальеров. Ладно, не отвлекаемся. Княжна Новгород. Слушайте, вы видели, какая она страшная? Это самая страшная княжна, что я видел. Не знаю, если бы мне прислали такую княжну, я бы ее отправил. Отправил. И у нас Алеппо, в общем, расширяется. Разумеется, Алеппо мы улучшаем. Завершение строительства. В Дамаске убийца. Убийца. Так, ну вот это вот убьешь. Нет, 24%. А куда там турецкий имам делся? А, вон он, зараза. Ну, этот еще хуже. Так, по религии у нас там вообще днище полное. В Антиохии что у нас? В Антиохии 80%, здесь 95%, 74%, здесь 91%. Ну, давайте-ка мы все-таки в Дамаск переведем. Здесь еще одного священника наймем. И у нас... А, ну тут кардинал просто стоит. Это довольно-таки это логичная ситуация. А, нет, я все-таки кардинала пошлю в Иерусалим, потому что это скоро будет нашей провинцией. И вот я думаю, уничтожать жителей в Иерусалиме или нет. Хотя 14 тысяч населения, блин, даже жалко как-то. Но вы знаете, я кровожадный. Я весьма кровожадный. Так, у нас лазучка появился. Давайте-ка я лазучка отправлю в свою пограничную Эдессу, потому что турки они любят засылать вот так вот. Всяких негодяев. Так, лазучка туда засылаем, да. Ну, в Эдессе я не знаю, оставлять здесь конницу или нет. И вообще госпитальеров оставлять или нет. Даже не знаю. Давайте переобучим войска пока что. Ну, видите, что тут с деньгами у нас совсем беда. Наверное, из-за того, что у нас слишком много войск. Ну, видите, одни госпитальеры. Давайте-ка я из Эдессы отошлю госпитальеров. Хотя зачем мне их отсылать туда, тут в Алеппо и так. Надо подумать. Ну, кого-то надо распускать по-любому. Ну, давайте я один отряд госпитальеров распущу. Что у нас там по деньгам вообще? Почему так много тратится? Ну, доходы у нас... Доходы неплохие. Торговля, налоги, сельское... Не знаю, в общем, завершаем 81-й ход. Не знаю, почему такая беда у нас с деньгами. Хотя вот вроде бы... Ну, вроде бы должно уже так движуха начаться какая-то по деньгам-то. Насколько уж городов-то, елки-моталки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь городов. Блин, а мы как бомжи какие-то, я даже не знаю. Хотя смотрите, какая торговля в Каире. Вот захватить бы побережье вот это вот, было бы вообще зашибись. Но я захвачу, в общем, Кипр. Я не знаю, успею ли в этой серии или нет. Но в этой серии, скорее всего, я буду захватывать Иерусалим. Когда мятежники уже вылезут. Хотя вот 12 минут осталось. Сколько там? 17 минут осталось. Не знаю, успею я или нет. Да нет, вот да, и половина серии уже закончилась. Вот, вот так вот время быстро летит просто. Хотя может рискнуть и... Если, в общем, если битва начнется под Иерусалимом, то я эту серию, я ее чуть подольше сделал. Не знаю, вебка может отрубиться, да и хрен с ней, уже пофигу. Да, вы меня не увидите, но я думаю, много не потеряете, опять-таки. И вот меня беспокоит, что в Дияр-Бакыре сидит очень много турецких войск. Это плохо. Хотя вот надо бы с турками переговорить, спросить, какие у них вообще там... территории. Так, и кто же побеждает? Да, все-таки, видите, надавали туркам по щам. Ой, не туркам, египтянам. Вот так им и надо, козлы. У них вот еще там на юго-востоке просто дофига земель. Ну, разумеется, туда я и не полезу. Так, и все-таки отбились, гады. Ну, видите, там у египтян никаких шансов абсолютно нет. И, кстати, португальцы своего полководца потеряли, вы видели, да? Это было довольно-таки глупо с их стороны. Слушай, может он сейчас так в Данию еще отправится, не знаю. Это, конечно, немного идиотская система. Вот так. Это круто, конечно. Но наблюдать вот это вот... Ну, вы поняли. Я промолчу, так как я видео не матерюсь. Ну, надеюсь, что сейчас эти мятежники чертовы не дадут мне битву, наконец-таки. Потому что, блин, сколько их ждать еще, козлы, негодяи. Ну, просто, видите, я не люблю штурмовать ни города, ни замки. Особенно в этом моде. Если бы это был оригинальный Medieval 2 Total War, я бы уже пошел на следующем ходу уже. Или автоматическую битву. Но здесь такой тупой искусственный интеллект. Извиняюсь.
Ну да, о чем я и говорил. Нет. Полное днище. Ой-ой-ой. Война? Это что за фигня такая? Так, так, так. Нет, ребят, это... Это не по понятиям, ребята. Это не по понятиям, на самом деле. Вы нарываетесь, братишки. Так, ну стоп, а почему война? Я что-то даже не понял. Здесь у нас еще харизмский убийца появился. Нифига они крутые. Ну, шанс, в принципе-то, есть его замочить. Ну, блин, такой расклад. Меня он абсолютно не радует. Давайте-ка мы священников, как разведчиков, отправим и этого товарища. Сюда, да. Нет, ну, блин, харизм шах совсем оборзел. Вот их земля. Да, видите, игра не дает скучать. Ну, поэтому мы госпиталеров переводим в Дамаск. В Дамаске-то, в принципе-то, все нормально, в Алеппо тоже. Ну, видите, как все взаимосвязано. И мы, я думаю, мы еще парочку отрядов конницы переведем, наверное, тоже в Дамаск. Сейчас наверняка сюда отправится куча шпионов, там, и прочей нечисти. Тут у нас никто не погиб. А может отправиться мне в бой, а? Ай, даже не знаю, ребят. Нет желания. Там просто, понимаете, там кипящее масло появляется, это ужас полнейший. Так, ну и госпиталеров один отряд, я думаю, мы переведем в Алеппо. Хотя тут у нас какой-то византийский хрен появился, да? 18, слушайте, 18 лет, почему у меня такие генералы тупые, там, по тридцатника, не алкаши, вон, с этим, конечно, верный, но от этой верности мне... Мне пофигу вообще на его верность. Так, ну и строить я ничего не буду. Я думаю, вы понимаете, почему. Потому что у меня войнушка тут намечается, как говорится. Ёлки-моталки, вы видели ту армию? Слушайте, если сейчас там мавры захватят этот грёбаный Лагуш, и эта армия сядет рядом с Эдессой, то мне каюк. Я тут уже как раз вот 10 минут назад буквально себя объявил чуть ли не победителем уже, да? Ай, блин, гребаный хрен. Слушайте, у меня даже послание, то есть там что-то там урегулировать с ними, перетереть. Да. Такие вот дела. Конечно же, у них пехота послабее, чем у турок. Но все равно как-то не в кайф с ними драться. Я не любитель, во всяком случае. Ну да, я просто сейчас сижу, думаю, что дальше будет. Но если что, я Эдессу оставлю, разумеется. Я уже говорил... На, слава богу, уходит. Я уже говорил то, что Эдесса мне, она... не нужна. Просто ее оборонять очень тяжело, вы сами понимаете. Это все-таки город, а не замок. Хотя, блин, обороняться это вообще такая лажа. Ну, хотя и что толку... Там, видать, туркам надавали по щам. Ну и что толку от обороны, если все равно я не... Я никогда не сижу до того момента, когда вот враг уже начнет, пойдет сам штурмовать. Потому что у меня к этому моменту уже войск совсем не будет. И вы это видели, когда я из Аданы, по-моему, два раза атаковал вот именно из-под крепости. В общем, такие дела. Такие пироги. Ну вот сейчас мятежники, если будут атаковать, блин, это очень фигово. Ну вот сейчас опять маленькая Джонни. Мальчишник в Антиохии, блин, ё-моё. Вот. Нафига вот это вот показывать? Я просто не понимаю игру. Блин, ну нельзя его, не знаю, что он пулей пролетел. Ну, это хорошо, что у меня еще там лазутчиков нету на тех землях, блин. Иначе бы я смотрел, как он там до самой Венгрии будет путешествовать. Вообще это идиотизм. Как можно вот за один ход через четверть карты перелететь? Это... идиотизм. И осталось в серии 5 минут. И я не знаю. Если сейчас мятежники... Ну, блин, если мятежники вылезут, мне придется их по-быстрому мочить. А как их по-быстрому мочить, если у меня конницы даже нет? Столько проблем, на самом деле. У него наверняка мало волнует. Ну, ждем, что мятежники сделают. Вот лучше бы они сейчас бой дали. Но нет, они не дают бой. Гады. Гады. Ну да, император умер наконец-таки. Это тот император, который, видать, здесь у меня носился, да? Коварный. Байрам
Ой-ой-ой. Ну, блин, конечно, игра тоже любит всякие дебильные квесты давать. По типу убей невозможного чувака. Сколько они там еще 3 хода сидеть? Давайте в Акре найму еще один парочку отрядов. Я даже не знаю. Фу, блин. Что-то меня вообще раскумарило. О, совершенно... О, ну, ребят, сами понимаете, я только вот пожаловался, потому что у меня тупые базовые знания военного дела, прирожденный завоеватель. Очень, очень плодовитый, это очень хорошо. Раз он очень плодовитый, твердый владыка подозрит. Ну, это фигня, это все фигня. А, значит, будем качать вот этого товарища. Где он там сидит у нас? В Алеппо, небось? Да нет, не в Алеппо. В Эдессе? Нет, не в Эдессе. В Дамаске, что ли? И не в Дамаске, в Тарту... Что за фигня? Куда он делся-то? Или он с батей Иерусалим штурмует? Нет. Стоп. Мне глюки, по-моему. А, вот он. Отправляем его в Дамаск, разумеется. В принципе-то сейчас он и сменит вот этого товарища в Иерусалиме, потому что тут, смотрите, тут... Боец, это кто такой? Автор сомнительных каламбур. Вот иногда игра выдает такие прикольные. Он у нас плодовитый, склонный набожности. Та-та-та, это все не та. Вот видите, войска устали. Паломник в Иерусалим, это неплохо. Сохранивший верность. Свежий фураж. Вот видите, войска устали. Потом, когда вот уже очень долго... Слушайте, неплохие войска. Хотя нет, не буду. Когда вы очень долго сидите в осаде, то войска устают. Ну, это вполне логично. И, видать, разработчики мода сделали это для того, чтобы, ну, как вот, осажденные же теряют тоже мораль, сами войска, количество войск, я имею в виду. И надо как-то уравнять. Так, у нас тут... У нас тут опять движуха намечается, да, как я понял. Ой, гада, не дает им ничего покоя. Ну вот, что поделать. Давайте здесь наймем еще один отряд. Еще парочку отрядов. Нет, ну я не понимаю, а где мои госпитальеры? Я что-то даже не помню. А, по-моему, их сюда перевел. И куда вот убийца этот делся? Да, он ушел в свои земли, да? Ну, в общем, отправляем нашего лазутчика сюда. Нет, этого убийцу я отправлю убивать все-таки, потому что... Не дай бог, он раскачается и потом грохнет нашего какого-нибудь там... Того. Классный чувак. Классный, классный. Турки, если нападут, мне будет бобо. Да, забыл, что хотел сделать-то. Но, судя по всему, штурм Иерусалима уже будет в следующей серии. А, что я хотел сделать? Сведения о карте. А, ну, все нормально, ребят. Сейчас откажемся от Дани. Да, отказываемся от Дани. Отвратительный. Подозрительный. Вообще-то у нас подозрительным стал. У него что, как-то изменились статистика, что ли? Ну, видите? Тут почему-то, чем больше жестокость, тем он более подозрительный. Ну, это фигня, ребят, на самом деле. Ну, вот опять, мятежные войска. Ну, что за фигня такая? Ну, то ли это Адана такой глючный город, то ли еще что-то. Надо его выводить каждый раз, погулять. Или он так не любит замкнутое пространство. Но, тем не менее, смотрим, что у нас тут с турками. У турок раз, два, три. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 7 городов всего у турок. Всего, да? Да, ну турок мы, разумеется, не сможем сломить в этой игре, это точно. Я не хочу просто вот туда лезть, в какой-то, блин, вообще тут дебри такие. Там еще где-нибудь Золотая Орда сидит и прочие товарищи нехорошие. Поэтому, разумеется, к туркам я не пойду. Здесь мы что сделаем? Здесь мы наймем дипломата, потому что все-таки надо мне с хорезмшахами переговорить. Здесь мы нанимаем один кораблик и нанимаем лазутчика, а также убийцу. Лазутчика отправим на Кипр. Убийца... Я надеюсь, что в Дамаске у нас появится гильдия убийцы. Это будет просто замечательно. Ну и в этой серии я уже не буду завершать ход. Сами понимаете почему, потому что если вот сейчас произойдет битва, то это будет очень плохо. В общем, с вами был Диадант, это была 12-я серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рекомендуйте друзьям. До новых встреч, в следующей уже 13-й серии. Это счастливое число на самом деле. В общем, пока-пока.